Короче, у меня разрядилась камера. Привет, зритель. Вон она там заряжается. А этот жрет отсюда. Внезапно он может жрать отсюда. Вот. Потому что он тоже оказался разряженный. Я внезапно впервые практически 4 года с этой камерой. В сентябре будет. Ну, в общем, 3 года и 10 месяцев я обнаружила, что можно к ней подсоединить USB-провод. Этот USB-провод подходит обычно от зарядки, на которой сейчас у меня заряжается вот эта вот фигня, которая, походу, уже зарядилась, судя по всему. Я пытаюсь смолоть овсянку ручным способом. Конечно, оно не так молится, как хотелось бы. Но суть такая, что у меня, короче, как бы... Есть кабачок без... Без внутренности, хочется сказать, без начинки, но без зернышек, колечками. И можно бы его пожарить, но хотелось бы пожарить муки. А муки у меня нет, но у меня есть овсянка. Есть вот эта фигня от Китфорд, не знаю, справится ли она, не уверена. Есть мясорубка. И кто-то в комментах к молонию, короче, к видео, где я молола в мясорубке кипрей, сказал, что я изобрела кофемолку. Туго очень. Ой-ой-ой-ой, оно падает. Мало того, что туго, так еще одной рукой это не сделать. Короче, ой-ой. Как бы это обратно одеть. Я пытаюсь, я хотела вообще на камеру показать, как я тут это решила смолоть муку овсяную. Вроде оделась обратно. Но оно, конечно, не так особо молится. Вот. И на этот самый, куда-то уже снять-то не особо не получается. Вот. Со стедикамом неудобно это все делать. Ну, в общем, я подумала, что можно попробовать смолоть овсяной муки каким-нибудь образом, валять в ней эти кабачковые кабачки и обжарить их. И на вечер у меня будут кабачки. Вот, так вот, я подумала, что как бы на камеру можно записывать на Sony камеру, видеокамеру Sony, которая вон там. Вот. Если это самое, к ней определенный проводок подсоединить, вот я тут приближаю. Но у меня этого проводка не... Ну, в общем, у меня есть какой-то проводок. Я думала, что он как мультипроводок. А тут смотрю, у него мультиразъем такой же, как вот, ну, для зарядки какого-нибудь смартфона типа Huawei. Или для зарядки, как, допустим, ну, обычная USB, вот эту вот экшн-камеру с мономикрофоном. Или для зарядки вот этого же стедикама, такой же самый дырочек. Но втыкаю в камеру в эту... В сеть втыкаю в камеру. Я думала, что он может заряжать, но оказывается, это мультипровод именно с таким разъемом, и можно скинуть на ноутбук, на комп или еще куда-нибудь. Но я пока еще не пробовала это в действии в подтверждении своей теории. Ну и там еще другой провод, который в жопке стоит, через который можно воткнуть сеть, оно будет питаться, и при этом можно снимать. Но вот я не знаю, какой у меня дома остался, именно мультипровод или тот, который можно воткнуть в жопку и в сеть. Если это действительно так, то вау, круто, у меня 4 года практически был тот самый провод, о котором я думала, что он совсем другой провод. И можно будет, допустим, снимать на камеру в тот момент, когда она разряженная. Но если это провод всего лишь мульти, то придется искать где-нибудь аналоговый провод, потому что на сайте Sony я тогда не могла найти в наличии, тогда вот сейчас-то уж тем более нет в наличии, именно на официальном сайте Sony, который до недавнего времени, до конца февраля функционировал относительно России на прямые поставки товара в Россию, с Японии там или еще откуда-нибудь. Я забыла, как называется это, серый рынок или как он там, который сейчас наш президент увел в бытие. Никитос говорил, что в Японии так давно уже есть, и в большинстве или в некоторых странах тоже это функционирует официально. Ну, короче говоря, если тот провод подходит именно
как же питание, то вау, круто. А если не подходит, и он чисто мультипровод, ну, можно будет его периодически юзать, как, допустим, скинуть на комп, не доставая при этом хвостик, на который заряжается из кармашка. Так вот, у меня сегодня день открытий. И я хотела заснять тебе, как я вот это делаю, но все-таки ее надо как-то, видимо, когда туго, надо держать двумя руками, а когда не очень туго, то можно и одной справиться рукой. Я попозже тебе засниму, может, как у меня получится у меня ту смолоть ее или нет до конца. Может, как-то его, конечно, можно поставить тут и снимать, как я делаю. Но вот его можно наклонить, но только если на руке держать. Потому мне сейчас не заснять, к сожалению. Вон там у меня мясо делается с кино и пшеном. А еще у меня уже щи сваренные. И по ходу дела нам вырубили свет по какой-то причине. Печаль. Пока тогда, зритель. Света по какой-то причине нет, но он у меня чуть-чуть зарядился, и реально можно смолоть. Он тут поближе на окно. К окну под свет такой. И у меня аккумулятор разрядился, солнечная батарея. Ну, в общем, как он? Солнца сейчас нет, не зарядить его. Электричества тоже нет, не зарядить. Я телефон разряжаю, снимаю вот это вот все. Короче, надо сейчас дойти до соседей узнать. И у меня только нет, или у всех, или что за причина. Потому что как бы были такие конкретные грузы, свет не отрубали, а тут ни гроза, ничего. А света нет. Может, он сейчас... И он тоже слегка, ну, как бы он не особо заряженный, по нём, ну, не такая. Задумка хорошая, но, ну, так себе штука. На геморрице заряжать не всегда понятно, заряжен он или нет. Либо вот он год с лишним простоял, и ему... Вот. 35 секунд тут меньше, чем 35 секунд. Он может работать именно вот что за 35 секунд. Но можно смолоть. Тут я тоже, кстати, смолола в мясорубке. Не сказать, что супер мелко, где-то вот реально мелко, а где-то, ну, такие вот крупноватые фракции. Может, только можно просеять его, значит, и еще раз измолоть. Ну, я думаю, в принципе, для кабачков на деревню сойдет. От безысходности, скажем так, зайдет, но в деревне вполне себе можно сделать муку, если есть вот что-то такое. Удивительно вообще, что он может молоть. Я думала, он только жидкие ингредиенты может кокаушивать. Я его тут, думаю, на зиму может оставить. Ну, а может, не знаю, может, с собой все-таки увезу, как в прошлом году. Такие дела, зрители, я тебе там говорила пока, но я тебе могу сказать еще раз привет. И еще раз пока.